Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Сегодня я буду делать такой вкусный перекус. Вот вы видите, у меня кусочек сыра, немножко майонеза, одно яйцо и крабовые палочки. Все по отдельности. Обожаем мы и крабовые палочки. Можно, как говорится, распечатать и съесть одну-две. Сыр, конечно, и яйцо с майонезом. Поэтому продукты-то все такие совместимые и вкусные. Я хочу приготовить вот такую намазочку на хлеб или легкий перекус. А что буду делать, я сейчас вам покажу. Измельчила, порезала сыр небольшими кубиками, яйцо порезала, очистила крабовые палочки. Их тоже сейчас все вот так в чашу блендера порежу, чтобы блендеру легче было справиться. И майонез сюда добавлю. Для эластичности тоже нужно, чтобы это все так. Майонезик сейчас все. И пробью это все блендером. Вот такая красивая эластичная масса получилась. Можно было добавить сюда еще куркумы для цвета. Но я что-то припоздала с этим уже. Убрала блендер, поэтому пусть будет в таком варианте. В следующий раз добавлю куркумы для цвета. Но мы же знаем, что это не масло. Это хорошая, вкусная, полезная намазка. Можно намазать... Вот как в моем варианте, у меня ржаные хлебцы. Ржаные вкусные хлебцы. Намазать. Очень вкусно. Пока еще есть помидорки черри, остатки, петрушки. Вот такие бутербродики будут вкусные. Продолжаю намазывать. Вот такая яркая вкуснота у меня получилась. Можно в тарталетке сделать, можно добавить укроп в эту массу. Вот посмотрите. Вкусно ведь, правда? Вполне для перекуса годится.